Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди. И давайте начнем с того, что мы откроем сундучки в игрушке Itmio. Так, две энергии мне дали, отлично. То есть давайте посмотрим, какое тут задание. Если мы 210 энергии соберем, можем получить, я так понимаю, это скин акулы, это или это сама акула? Я надеюсь, что скин, потому что такого скина у меня нету. Так, ладно, давайте начнем раровский теперь. Простой, раровский и эпический. Дадут ли нам сегодня ракушки, я не знаю. Я думаю, вы тоже пока что не знаете. Хотя, если вы перемотали, то вы, возможно, уже узнали. Так, ладно, давайте. О, третий. Эпический сундук третьего левела. Так, так. Золото и ракушки. А, нет, энергия. Боже мой. Нам сейчас энергию дают, точно. Так, неплохо. Заработали у меня уже. Есть 15 ракушек. Замечательно. Моторчик, это все нам пригодится. Все отлично, все супер. О, 39 ракушек. Спасибо, приятно. 39 ракушек, это круто. Смотрим, сколько у нас тут. А, еще немножко, будет 35. И тогда нам дадут 25 уже ракушек. Так, прикольно. Ракушки почти что с вами все сделали. Мы продолжим, знаете, где играть. Давайте зайдем в клан. Я немножко денежек положу. 83, давайте 85 уже будет. Нам надо прокачивать наш клан. Так, 85 тысяч. Можете тоже ей помогать. Осталось всего лишь 13%. Так, и продолжим тут играть. Давайте начнем с угря. Нашего угря. Угрь хороший. Так, вот пока что он такой маленький головастик. Жалко, он пока что не третьего левела, но я бы хотел его прокачать. Чтобы прокачать, нужно чаще им играть. И ваши пальцы вверх, ребят, мне очень круто помогают. Потом уже будут топовые серии. Мне до 100 тысяч подписчиков. Очень сильно нужно. Я не знаю, возможно, никогда этого не будет. Я буду стараться до последнего. Так, ладно. Начнем с маленьких крошек. У меня 2 минуты еще. О, двоих сели. Неплохо. Жалко, он спереди ничего не выстреливает. Кстати, а когда он трясется, я могу как-то... Так, вот я выпустил. А вот он, бывает, током бьется. Так, сели еще одного. Отлично. Так, блин, мы попались. Я же угорю. Вообще, по идее, я не должен попадаться на эти ловушки. Ух ты ж, елки-палки. Так он попался. Еще бы отнималось у него. А, немножечко хотя бы массы. О, съели, отлично. Да, меня съели тоже. Блин. Меня все просто поели. Ну ладно, сейчас мы воскреснем. И будет все отлично. Так, вот. Блин. Чертов. Валим отсюда. Так, он попался. Но немного трёсся. Опять попался. Вау, нифига себе. Опасный, опасный. Опасные ребята. Блин, какого черта я-то попался? Отлично, он тоже попался. Блин, тут здоровые рыбы. Ё-моё. Куда я попал, ребят? Обалдеть. Жестоко было сейчас, очень опасно. Как я вылез оттуда, вообще не понимаю. О, вот сейчас все. Сейчас нет. Смотрите, нет, я еще живой. Почему мне так везет-то, я не понимаю. Тоже такой счастливчик-то. Нет, все. Тут реально топовые ребята, хорошо играют, молодцы. О, я вообще на каком-то 7-м месте, ё-моё. 20 секунд мне осталось. Ну чё, кого-нибудь 7 нет сегодня? Так, отлично, еще одного сели. Нах ты, удрала. Да ё-моё.
Ну уже. Там столько мальков было. Тут все хорошо поиграли, кроме меня. Хотя съел-то я 8. Довольно-таки неплохо. Мне, видимо, левел должен дать. Отлично, 13-й левел. Хочется новую рыбку. Я думаю, разработчики уже трудятся над этим. Так, отлично, сундучок. Тут мы вверх ползем. Давайте начнем его открывать. Пока что, может, какой-нибудь эпический выпадет. Так, вот эта рыбка мне нравится, да. Вот эта рыбка хорошая. Угорь прикольный, ну, блин, но это не топовая рыбка, угорь. Вот это, да, вот это топ. Вот это топ рыба. Она всех гигантов может съесть. Опасная рыбка. С виду такая вроде милая, ну, блин, очень опасная. Не знаю, будут ее фиксить или нет, но пока что она реально рулит всей ситуацией. Плюс у нее еще ускорение. Меня уже боятся все. Так, я немножко промазал. И куда ты от меня удираешь? О, вон красный уже. О, опасно. Уходим отсюда. Он от меня удирает. Так, ты ж попался. Блин. Был бы хотя бы второй эволюцией. Мне бы немножко подольше была эта способность. Ладно, сейчас давайте до второго прокачаемся. Так, отлично, отлично. Нужно много есть. Все, отличная эволюция. Так, замечательно, съели. Ты один удрал. Да, блин, не могу его достать. Какой хитрец. Блин, я сам испугался. Ух ты, нифига себе, как вас много. Отлично. Восьмерых пока что съел. Да что ж ты такой-то? Отличненько. Так, ну что он сделает мне? Что-то мне не получается затащить. Ну, как-то так хотя бы. Мог бы и лучше. Так, у тебя левел, что ли, прибавится? Отлично, 19 левел. Эпический сундук, неплохо. Я бы тобой еще, наверное, поиграл. Да, ты крутой. Так, let's go. Погнали. Нам 3 минуты даются. Сначала нужно маленькими питаться. Маленькими крошками. А потом уже будет лучше. Так, замечательно.
Вау-вау-вау. Блин, никого не могу съесть. А ну хоть одного съел, неужели? Так, нормально. Превращение. Так, съели одного. О, черепаха. Опасно, а? Лучше уйдем от нее. Да чтоб тебя. Какого лешего? Блин, не будем воскрешать. Так, у нас скоро эволюция будет. Да, опять эти топовые. Хилки-палки, реально они очень круто стали играть. Раньше они так хорошо не играли. И от меня все убегают, я, наверное, слишком страшный. Вот отлично, неужели? Неужели эволюция у меня? Надо чаще способность использовать. Когда кто-то слишком рядом. Черепаха опасная. Пошла она нафиг. Пытается воссоединиться. Так, блин, где все? Я так не затащу точно. Вот отлично, вот сейчас было топово. 15 секунд осталось, я пока на первом месте. Ребятки, ну подходите же, подходите. Отлично, отлично, хорошо. Фу, замечательно. Какая страшная. Первое место. Так. Я думаю, мне неплохо опыта дадут. Ранг оп 4. Вау, легенда третьего левела, ребят. Вот это реально топово. Легенда, блин, третьего левела. Блин, крутезно, крутезно. Не будем пока что открывать. Так, а давайте еще поиграем. Только уже... Осьминогом, да, он крутой. Так, погнали. По идее, тут я должен затащить сейчас. Мы даже уже одного съели. Люблю свой осьминога. Одна из лучших рыбок. Стоять. Ну-ка, отлично. Отличненько. Причем она хорошо мне прокачана. Так, еще одного съели. Мы уже пятерых съели, хотя мы еще слишком маленькие. Да, я ее умею играть. Бомбочка не поможет тебе. 12 килов. Хотя еще такой маленький. Так, конек. Вот, неплохо. 17 килов. Ну, он реально тащит этот кракен. Нормально, нормально. О, еще один кракен. Ну, держись. Ты малявка. Тут я король. У меня золотая корона. Да, блин, я промазал. Бывает. Так, ну как-то... А, минута осталась, да? Ну, навряд ли меня кто-то обгонит. О, нет. Так, все, я тут стою. Посередке. Могу постоять, меня будут тебя просто обходить.
А, блин, я попался. Ну, продолжаем есть всех. Почему фуга красная? О, третья эволюция конька. Ничего себе. Топово. Причем способность у меня довольно-таки хорошо восполняется. Довольно-таки быстро. 30 киллов. Замечательно, замечательно, ребят. 33. Могло быть и лучше. Ладно, нормально, это очень круто. Плюс 40. Так, что мне там дадут много? О, неплохо. Так, ладно, смотрим. Отлично, третьего левела. Это первого левела. Так, это по идее третьего левела. Да, третий левел. Второй левел. Все круто. Второй левел. Все второго. Это третьего. Прикольно. Ну что, ребята, увидимся в следующей серии. Обязательно поиграем рыбками. Вот, рыбок у меня много, почти вся коллекция. Так что поддерживай, ставь палец вверх, и будет еще больше серий. Все, ребята, всем до скорого, увидимся, пока-пока.